катаемся по району. Направо, так направо. Направо улица Михренцева. Поедем за учебкой. Посмотрим улицу. Я здесь улиц пока никаких не знаю. Просто еду, вам показываю. Академический район, город Екатеринбург. Вот какие тут высотки. 30 с лишним этажей. Высотки, тут же частный сектор. Как вот тут объезжать надо? Едем за учебкой, она же правильно едет, там же с инструктором. Навигатор включу, да, поеду. Так, и что тут? Остановка. Вот, покатаемся с ними. Нам чисто поглазеть. Улица Павла Шаманова. Даже такую улицу не слышала, но такие, видите, разноцветные дома. Отделение неотложной помощи. Первая детская поликлиника справа. Учебка катается, и мы покатаемся. Ой, тут тоже какие огромные домища. Падает. Так, едем
Вильгельмина Мадыгенина. Так, что мы едем за учебкой? Можно так? Нет? Даже не знаю. Можно, если сворачивать. Давайте в какой-нибудь магазин сходим. Движение, а время всего, значит, обеденное. Час дня. За бортом 15 градусов тепла. Октябрь месяц. Что это, бабье лето или что, не знаю. Ой. Район как целый город. Больше других. Только и смотреть надо, чтобы на полосу для автобусов не заехать. Thank you.
стройка тут же. Все. Тяжело, когда не знаешь маршрут. Академика Сахарова 107.